прекрасный праздник. Это стоило перелета и даже включения немножко, потому что Калифорния не так близко. Калифорния — это очень нелегкий путь. Мы вас очень любим, и я хочу сказать немножко текстом. По-русски отца мужа называют свёкор. Так вот, для меня папа Борис, истинный папа. В любой жизненной и деловой ситуации его совет или помощь можно назвать отеческим. Даже простой разговор по телефону ободряет меня и вселяет в меня присущее ему жизнелюбие. И годы общения с ним убедили меня в его неподдельном благородстве. Его чувство справедливости, ответственности и семейного долга делают его абсолютно надежным. С ним чувствуешь себя, как закаленной спиной. От папы стеной. От папы Бориса всегда исходит хорошая, добрая энергия. Наверное, поэтому мы, особенно наши дети и внуки, мы, дети и внуки, приезжаем в Нью-Йорк, гости сюда, а теперь в любую минуту проводить с его семьей в Сан-Диего, где согревает не только солнце, но и душевное тепло папы Бориса и замечательной жены Зоечки. Мы рады поздравить папу Бориса с его светлым юбилеем с днем рождения и пожелать нашей жизнечной живить долго, здоровья, счастья, за радость всем нам. Я вас люблю, до луны и обратно.